Друзья, всем привет, мы с вами продолжаем играть в игрушку Time Future. В прошлой серии мы с вами разбирали целую кучу, да, мусора, который у нас находится за мостом. Также начинали передвигать уже сюда кустики по чуть-чуть. Кто-то в комментах мне подсказал, за что спасибо. Будем украшать понемногу местность, сделать ее, да, более зеленой, более красочной, сочной. Сегодня же мы с вами займемся криптофермой. Я хочу поставить 6 вот таких вот штучек, да, чтобы они вырабатывали мне плотно энергию. Подберем сегодня место под это все дело. Я даже, наверное, знаю где. В общем, сегодня будет чем заняться. Также хотел еще рецептами немножечко, да, поразвлекаться, что-нибудь придумать. В общем, будет видно. Погнали. Друзья, перед тем, как продолжить, если вы хотите меня поддержать и давненько уже задумались над тем, что пора бы обзавестись банковской карточкой, я вам посоветую Тинькофф Блэк, ссылка на которую есть в описании. Крайне кошерная карточка, пользуюсь сам уже несколько лет и очень доволен. Во-первых, у нас тут с вами идет бесплатное обслуживание навсегда, за это платить не нужно. Также кэшбэк рублями, очень, кстати, крутая штука, сам много раз замечал, что нормально так кэшбэками возвращается. То есть ты выбираешь несколько разных категорий в месяц, допустим, онлайн покупки, походы в рестораны, покупки в обычных магазинах каких-нибудь, да, продукты, когда даже покупаешь. В конце месяца все это возвращается вам в рублях в каком-то проценте. Были моменты, когда я тратил в месяц 1000 по 15, выбирал хорошие кэшбэки, и мне 1000-2, может, даже чуть больше возвращало. Это нифига себе, я вам скажу, очень даже солидно. Кроме того, лично, почему я, на самом деле, брал эту карточку, я тогда не знал обо всех этих плюшках. Я ее брал по одной своей причине: чтобы ее взять, не нужно идти в какой-то банк, что-то там, блин, заполнять, что-то делать. Все можно сделать спокойно из дома. То есть ты переходишь сейчас по ссылочке в описании, просто заполняешь онлайн-заявочку, да, банк посещать не нужно. Выбираешь, куда эту карточку тебе доставить, и она к тебе приедет. Это все бесплатно, абсолютно ничего не требуется. Если вы ее закажете, мне будет крайне приятно. Обслуживание бесплатное, кэшбэки есть. Кто не любит халяву? Халяву любят все. Так, чё? Я предлагаю для начала сгонять вообще по-хорошему, да? Нам для начала стоит все равно сходить, прогуляться через мост, посмотреть, что я тут делал в прошлой серии. Мы тут все доразбирали с вами. Огород у нас пока, к сожалению, застопорился, потому что нужно очень и очень много вот этих пенопанелей. Они нужны в огромном количестве, делаются они крайне медленно. Надо будет с этим как-то или разбираться, или подзабить, пусть они там по чуть-чуть крафтятся, да, и ну и все. Что еще надо? В общем, отсюда мы пока что, наверное, все-таки с вами уходим. Делать нам тут нечего. Да, давайте так и поступим. Также сегодня, наверное, еще займемся попозже, да, ближе к концу серии. Попробуем какие-нибудь новые рецептики, да, посоздавать. Посмотрим, что из этого вообще выйдет, не выйдет. Надеюсь, будет интересно. А то мы рецептами толком по итогу-то и не занимались с вами. А было бы очень даже неплохо. Давайте сначала все отсортируем, что у нас тут с вами... Куча всего завалялась. Это все дело надо как-то убрать, прибрать. Да? Так, с водичку. Че? А, это соленая и пресная. Понял. Вопросов нет. Сейчас я толком убрать ничего и не смогу. Замечательно. Ну, ладно. Хоть немножечко. Ну, хоть что-нибудь-то можно мне убрать? Так. У меня всего 2 пенопанели, серьезно. Настолько мало. А, или погоди, я их, наверное, начал тут складировать, да? Да. Отлично. Тогда все не так плохо. Нас еще 2 часа ждать. Самую малость. Еще самую малость подождать осталось. Так, ладно, давайте все уберем. Я, как обычно, заболтаю сейчас. Так, что нам еще надо? Вот это. Отлично. Пойдемте для начала, наверное, откроем кейс. У нас тут с вами вкусняшки имеются. Как тут открыть-то я забыл? А, вот. Цифровое хранилище надо с вами вскрыть. Глянуть, что там за вкусняшка. Вкусняшка. Опа. Может, кстати, перехит сменим? Космонавт. Окей, новаторство всякое тут. Я думал вот здесь вот сделать криптоферму по одной по своей причине. Она довольно-таки простая, потому что деньги тратить больше негде. То есть везде, где я могу потратить деньги, это только с помощью робота, это надо лететь. Все.
То есть смысл мне где-то на базе заниматься фермой или тому подобными вещами. Ну, в плане криптовалюты, это, да, не очень никакого смысла нет. Лучше мы сейчас с вами там все это дело нафигачим. Сейчас соберем все ресурсы, которые нам нужны, не нужны. Побольше. Так. Немножко еды пособирали еще, лишним не будет. Так, давай мы еще сюда закинем, наверное, вот этого. И... это что у меня? Ага, понял. Все, давайте глянем, из чего оно у нас с вами строится. Сразу сходу будем всем этим делом заниматься. Вспомогательные миньоны производства. Нет, электричество, что ли? Да. Так, я хочу поставить 6 штук. Одна у нас есть, получается, остается 5. Угу. Получается, нам надо 15 микросхем. Ладно, а у меня есть 15 микросхем? Я сомневаюсь, я очень сильно сомневаюсь. Ладно, может 6 я загнул. Да, учитывая, сколько у меня микросхем. Может тогда 4, хотя бы 4 было бы уже неплохо. Просто микросхемы я крафтить вообще в принципе не могу. Единственное место, где я могу найти микросхемы, это или разбирать какие-то шмотки, да, там всякие электрические, или же покупать в магазине. Ну, давай хотя бы 3 установим, не знаю, криптофермы. Сколько, 9 нам надо? Блин, тоже мало. Тоже не хватит. Ну ладно, давай хотя бы сколько-то? Хотя бы 2, 1, ну хоть что-нибудь-то надо нам. Так, давай возьмем. Ну, кстати, рецептик закрепить, наверное. Или нельзя, да, пока? Нельзя. Ну, что нам надо? Листы, лампочки, бутылки. Все. Давай мы сейчас это все возьмем. Лампочки есть. Бутылки, погоди, они не тут у меня где-то. В другом месте. Вот, бутылки есть. Микросхемы есть, отлично. Ну и получается, надо еще 2 листа. Окей. Давай мы тогда сразу же еще возьмем вот эту фигню. Упакуем, чтобы там это все дело выложить. Потопали. Ну хотя бы с 2 начнем, по чуть-чуть деньги начнут фармиться, мы потом начнем закупать с вами микросхемы просто и все. Никаких проблем. В этой жизни у нас не будет. Так, давай поставим первую. Где они у меня будут стоять-то? Ну, можно где-нибудь вот тут, в принципе, да? Или можно их в упор гейм здесь поставить, не знаю. Кушать хочешь? Сейчас покушаем. Сейчас мы с вами покушаем. Да ладно, давай пока здесь поставим. Не принципиально. Потом аж как-нибудь все это дело поменяем. Так, отлично. Эту мы также сюда выкидываем. Все. А это я все добыть могу? Могу. Давай тогда добудем. Также я, наверное... вот это отсюда забираю. Здесь растения вообще не в тему. Растения мы сейчас где-нибудь в другом месте с вами поставим. Можно сюда пока временно, да? Чего нет-то? Как-нибудь вот так. Можно, кстати, этот проход также разобрать, чтобы у нас... да, можно было везде тут ходить, а не только через эту дверь. Я уже к ней привык, конечно, но все же. А, кстати, дверь снести-то и нельзя. Ага. А дверь-то, соответственно, снести или нельзя? Ну-ка, дай попробую. Может, можно все-таки? Да, можно, можно. Давай тогда разберем тут все это дело, чтобы я мог полноценно тут уже гулять, бродить. Так, отлично. А, также сегодня, наверное, еще раз мы сейчас с фермами крипто так быстро закончим. Я бы хотел, наверное, еще этими заняться. Скажи. Скажи, я тебе скажу. Ну вот это вот фигня какие. Работягами. Работягами хочу заняться. Хочу еще одного добавить, который будет еще какими-нибудь вещичками заниматься. Посмотрим, в общем. Сегодня делать много. Будем наращивать производство. Давно пора этим заняться уже. Ну, как много места сразу, да, стало посвободней.
Блин, игра до сих пор лагает, я однажды не забуду попытаться перенести игру на SSD. Честно, честно. Пока все руки никак не доходят почему-то. Во, намного больше места стало, слушай. Кайф. Так, тогда что еще делаем? Нам надо, получается, отсюда еще вот эту штуку перенести. Нет, неправильно. Погодите. Мне еще нужны катушки, чтобы это все потом соединить. Так. Нам с вами нужно, получается, правую взять. Да. Отлично, потопали. Ну, хотя бы две фермы уже неплохо. Может, сейчас еще сгоняю, куплю микросхемы. Сейчас глянем, что там у нас есть, нету. Так, блин, бутылки нет. А давай временно вот так поставлю. А, и нам, получается, еще нужен столб. Это все дело так просто не подсоединить. Так, давай мы поедим, чтобы больше места стало. Так, отлично. Оспа, что это? Я только сейчас... Ёперный тебя... Ладно, я ничего не видел. Немножко там жижи расплодилась, с кем не бывает. Так, мне нужно столб забрать. Столб, вот он, вот тут вот. Отлично. Забираем его с вами. Так, отлично. Ну, куда я прям сюда и пахну его, да? Тут идеальное для него место. Все, теперь мы это все дело подсоединяем. Хотя бы две уже. Ну, чего-то ведь надо начинать, правильно? Во, все, две криптофермы у нас пашут. Давай мы заберем отсюда деньги. Здесь все работает. Блин, бутылки забыл взять. Ой, ладно, поздно уже тогда. Как-нибудь потом. Так, сейчас мы с вами еще дроном прогуляемся. Мы накопили 500 монет. Может, на них можно что-нибудь доперекупить. Было бы неплохо. Сейчас глянем, что там есть, нету у нас. Может, мы еще чем-то не исследовали? Сейчас посмотрим. Ну, территории мы вроде как все с вами открыли, если я не ошибаюсь, да? Ну, вроде да. Ну-ка. Так, скоро появится. Да, мы с вами уже все территории открыли, все купили. Вот тут еще, да, целая куча вкусняшек. О, тут можно микросхему залутать. Открытый картинг. Давай сгоняем. О, тут эту штучку можно залутать. Кайф. Забираем. Площадка для гонок стала лабиринтом с препятствиями. Под грудой искореженных картов может скрываться что-то действительно полезное. Так и есть. Было. Так, пап, место встречи и отдыха работяг Космополиса. Здесь я никогда особо не ценился яркий свет и царила интимная атмосфера. В потемках видно перевернутые столы и разбитые стулья. Может, постарались мародеры, а может и клиенты этой забегаловки. Отлично. Так, получается, сюда мы не можем слетать, к великому сожалению. Тогда погнали, да? Слетаем в магаз. Раз у нас теперь можно деньги на халяву куда угодно тратить, сейчас мы еще негодное купим. Вот, микросхемы. Вот о них я и говорил, что они нам... В принципе, можно и купить. Давай я одну только куплю. Хочу вот эти вот ящички покупать. У нас уже два есть. Отлично. Все, возвращаемся домой пока что. Блин, у меня еще две энергии было. Ладно, уже поздно. Уже поздно. Сейчас, наверное, нашего персонажа еще немножко переоденем. У нас там уже много всякой одежды скопилось. Надо сменить немножко стилек. Для разнообразия, да? Так. Может, сейчас нам деньги еще подкинуть? Чапы. Ну, кстати, прикольно выглядит. Так. Работяга.
Отлично. Сейчас пойдем переоденемся перед этим. Так. А, дрон это вот этого дрона. Блин, я, кстати, думал, вот этот вот модуль для батареечки, это вот этим вот малявкам. Тьфу ты. Ладно. Вот, я хотел вот этого вот взять. Модуль миньона техник. Новый режим позволяет назначить миньона техника. Такой малютка доставит все необходимые для работы построек ресурсы. Например, вовремя заправит топливом генератор. Вот это вообще имба. Давай мы это закрепим. Сегодня постараемся его построить. Я бы очень даже не отказался от этого всего. Так. Окей, деньги пусть копятся. Надо бутылок потом еще насобирать. Насоздавать. В общем, что-нибудь с ними наделать там. Так, так, чуть больше кустов. Чем больше кустов, тем лучше. Правильно, правильно. Так, что нам нужно? Масленки нам нужны. Нам надо, нам много чего надо. Масленки делаются из жира. Это надо идти рыбачить. Блин. А, так у меня есть жир, погоди. Фига себе, у меня жира с собой. Так. Тогда план немного меняется. Давай сделаем бутылок. Я так полагаю, бутылок у меня нигде больше нету, да? Угу. Бутылок больше нету. Так, надо бутылочки покрафтить. Думаю, штучек, ну, 6 не помешает сделать, да? Так, кроме этого, что мне еще нужно? В крафте вроде нам больше ничего-то и не надо, на самом деле. Тут ничего нету. Окей, тогда пойдем сделаем все для этого модуля. Там буквально 5 масленок скрафтить. Сейчас мы в темпе вальса это все дело сделаем. Давай еще грибочков пособираем немножко. Так, ладно. Надо будет этот столб потом тоже убрать, он не нужен. Там другое место его поставить бы. Так, масленка. Топлива нету, да? Сейчас будет тебе топливо. Отлично. 5 штук нам нужно. Также я хочу робота, естественно. Это надо еще 3 масленки. О, робот вообще легко делается. 3 масленки я еще смогу сделать. Все. 5, 6, 7, 8. Отлично. 8 масленок есть. И получается, что нам еще? Да почти ничего тебе не нужно, да? Да вроде, да, слушай. Вроде бы больше ничего и не нужно. Отлично тогда. Мы отсюда уходим. Чуть позже займемся рецептами. Пока что оставляем это все дело. Сейчас работягу сделаем, улучшение. И кроме этого, точно... Нам нужно, получается, еще тогда улучшить вот эту вот штуку, чтобы они вдвоем заряжаться могли одновременно. Блин, тут пенопанели нужны, соленая вода. Пенопанели жалко. Ну, увы, придется потратиться. Ладно, ничего страшного. Так, мы тогда что сейчас сделаем? Мы с вами берем все для улучшения. Это трубы. А, у нас и так они есть. Нужна тогда еще черная жижа. Количество 5 штук. Количество 5 штук. И бумага. Отлично. Блин, бесит, конечно, что игра подлагивает. Но, к сожалению, пока с этим ничего не сделать. Еще однажды мне дойдут до этого руки. Честно-честно. Так, сейчас мы тут еще всякую жижу высосем. Это мы улучшаем. Отлично, все это можно выбирать. Так, это фигня. Так, давай вот тут всякую фигню поусасываем. Так, и вот тут заодно тоже. Замечательно. Там выпало. Трансформатор. Мы что-нибудь скушаем? Все, потопали.
Вроде местность как относительно неплохо очистил. Пойдет. Так, надо по чуть-чуть уже собирать это вот все дело. Потому что работяга еще начнет работать. Ему нужно будет эту жижу брать. Да? И, наверное, я ее тут начну складировать, слушайте. Да, лично не будет, точно. Так, у него в инвентаре какой-то бардак самый, что есть настоящий. Давайте мы для начала робота сделаем, наверное, да? Вроде вот эта штука нужна только и все. Угу. Делаем робота. Готов. Так, и теперь все, что остается, это просто улучшить. Наш бассейн. Чтобы туда помещалось сразу две работяги. Две работяги. Это соленая вода нужна. Сколько? 7 бутылок. И что там еще? Что-то еще. А, трансформатор вроде еще один, да? Вопрос, хватит ли мне воды соленой? У меня... О, замечательно, хватает. Так, и трансформатор. О, как раз еще один есть. Идеально, блин. Все, мы это дело улучшаем. Бэмс. Да, вон тут второе местечко с этой появилось. Отлично. Так, ну что, давайте назначим ему, получается, заправлять генераторы. Роль. Техник. Подтвердить. Угу. Так, и чё? Вот, смотрите, он теперь берет эту жижу и закидывает. Ты ведь не по одной жиже берешь, не пугай меня, ну-ка. Он по одной жиже берет. Ёп, перный театр, а что ж ты делаешь, ты друг? А, он у меня... Надо ему хранилище назначить. Почему тут все сбилось у него? Вот. Так вот надо сделать, чтобы он только сюда собирал сересы. Я понял, почему у меня здесь иногда всякая фигня появляется, которая здесь не должна быть. Это многое объясняет. Блин, то, что он по одной закидывает, конечно, печально. Печально, печально. Но энергии вроде как должно хватать. Он по чуть-чуть будет тут все заполнять, все равно, как бы там ни было. В общем, с одной проблемой типа, да, в кавычках, мы с вами разобрались. Так что давайте мы сейчас сересы поскидываем. Дело сделано. Так. И тот сундук. Вот этот мне нужен, да? Вот так вот делаем. Так, вот так вот. Отлично. Что нам еще нужно? Давайте-ка мы, наверное, сегодня еще, да, как я и хотел, займемся рецептиками. Сейчас пойдем глянем, что у нас там вообще есть по рецептам. Что там можно, нельзя подделать, придумать. Было бы неплохо. Что-нибудь вкусненькое приготовить. А где колбы-то? Что-то понял. О, вот тут должно быть, да? Так, и вот это все. Ну и давай жижу еще вот это вот. Эту вот жижу. Все, отлично. Интерьер мы с вами расчистили. Где на панели что? На пенопанели можно подзабить. Мы их сейчас с вами просто возьмем. И в этот, скажи. Сразу закинем в проект строительства ферм будущих. Давай от столба избавимся. Он что-то меня раздражает, если честно. Мы сейчас просто напрямую это все дело подключим. Ну, отлично. Потопали. Так, вот так. Давайте сразу, как я сказал, закинем все это дело по максимуму. К сожалению, только на 3 эфира бы хватило. Ну, уже победа. Так, и займемся с вами какими-то рецептиками. У нас были задания с рецептами. Бургер у нас есть. Канапе. Угу.
Так. Подготовка к фестивалю. Давайте канапе и бургер попробуем приготовить. Глянем, получится или нет. Как вообще из этого всего сейчас выйдет. Так, напитки, еда. Так, вот бургер, смотри-ка. Тут показано, что из чего. Котлету? Погоди, а как мне котлету сделать? Понял. Не понял. Мне нужно как-то сделать котлету. Котлета, котлета. Острый соус еще нужен. Хм. Сейчас что-нибудь придумаем. Котлета, да? Так, ну давай. Режим повара. Допустим, я закину сюда мясо. С чем? Чтобы котлета получилась. С жиром? Так, нет, это что я такое закинул? А, миндаль? Блин, надо отсюда забрать все вот это. Он не дает добавлять ингредиенты из сундука почему-то. Вот. Допустим, закину вот это и жир. Во! Котлета получится? Да, смотри-ка. Ну, умом. Взял умом. Отлично, котлета есть. Получается, мы делаем с вами одну котлетку. Плюс 20 дает. Отлично. Давай мы, кстати, наверное, съедим с вами вот это. Угу. Чтобы место освободить. Так, и что нам остается? Острый соус из чего-то тоже сделать. Ну, острый соус, я думаю, делается логично, что из острого перчика. А, и все, кажись. Ну, вообще изи. Вообще легчайшее. А тогда сделаем острый соус. Кстати, плюс 20 дает. Неплохо. Повсюду перец растет. Так, и осталось две булочки. Вот с булочками самая большая проблема, потому что тут... Да, тут целая куча всего надо. У нас, кстати, идеально всего хватает этих лунных клубней. Нам нужно, получается, только бутылка с водой. Бутылка с водой. А, две, да, бутылки с водой, получается, нам. А, места не хватает. Давай я рыбий жир, наверное, сюда закину. Вот это. Блин, ну, конечно, не хватает. Вот этих слотов вообще не хватает, это слово совсем. Желательно, чтобы разрабы как-нибудь побольше их добавили, что ли. Так, и давай две булочки. А, у меня жира, смотри, не осталось. Блин. Серьезно, одного жира не хватает. Тогда что мы сейчас сделаем? Мы, наверное, тогда с вами сейчас закидываем это все дело. Подъем немножко порыбачим. Надо немножко порыбачить. Не повезло, конечно. Ничего не скажешь. Так. Куда мне закинуть все остальное это? А где? А, вот. Я на панели тоже давай сюда. Ну что, погнали? А, рыбалка на удочка. Она вроде здесь, в холодильнике, если я не ошибаюсь. Газ. Отлично. Ну тут всякий затушим мусор. Нам нужна наживка. Мы так просто рыбачить, к сожалению, не сможем. Нам жизненно необходима наживка. Ну или можем вот этого пуджиглазика пустить в расход. Тогда и рыбачить и не надо, да? Если так подумать. Ладно, давай пустим его в расход. Жир сейчас просто очень нужен. Так, получается что? Делаем вторую булочку и делаем бургер. Да, да, отлично. Все. Ну что скажешь? Давай, какие главные рецепты элемента бургера? Верь в себя, шеф, ты же знаешь, главные составляющие крахмальная булочка. Я уже все сделал. Насколько звезд оценишь приготовленный бургер? 5 звезд из 4, шеф. Я будто вернулся в детство, снова стал мини-холодильником. А за это делюсь рецептом энергетический батончик, источник сил и драйва. Он забрал у меня еду.
поехали. Попробуй сам, чувствуешь, как пополняются силы. Желание куховарить переполняет. Не хочешь, кстати, запустить собственный ток-шоу. А, отлично, задача выполнена. У нас еще канапе. Давайте еще глянем, как вообще канапе можно приготовить. Тоже довольно-таки интересно. А, напомнишь рецепт подруже. Погоди, вот мой рецепт канапе. А, понял. Так, записывай, шеф. Икра, рыба и пышная булка. Блин, нам все-таки надо сейчас пойти перебачить. Смешать, но не сбалтывать. Так, ну все есть, кроме булки. Нам нужен жир. Поэтому погнали. Сгоняем. Сделаем немножко блестен. Да? Блесен. Порыбачим чуть-чуть нашего пруда. Так. Блесны. А, они из пластика делаются. Плохо. Давай 5 штук и хватит. Я слишком сильно не хочу тратиться. У нас и так с пластиком проблемы. Дефицит еще. Как меня бесит эта штука же. Почему-то брать нельзя. Нафиг она мне тут не сдалась. Увы. Я, кстати, кустики пособираем. Тут их довольно-таки много растет. Отрастут они, наверное, быстро. Без каких-либо... Господи, хоть лагать-то. Без каких-либо трудностей. Тут их прямо очень много. Почти стак сейчас насобираю такими темпами. Отлично. 40 из 50. Кайф. Так, давай порыбачим. Чуть-чуть, самую малость. Нам вот этот нужен квадратик, да? Вроде как да. Так, это не то. Чтобы квадратика поймать, надо 4, чтобы эти штучки было. Вот, сейчас квадратик будет. Можно было, кстати, 4 блесны сделать, вот он 50 на 50 ведь вроде дает, да? Ну, ладно. Так. Сейчас попробуем еще какие-нибудь сами рецепты поделать. Может, что-нибудь интересное получится, если мы ручками что-нибудь поделаем, да? А что, я случайно отменил? Ёперный театр. Ну, ладно, ничего страшного. Так. Давайте разделаем квадратика. Он по 2 жира дает, нифига. Я думаю, откуда у меня столько жира? Теперь понятно. Теперь-то все сразу понятно стало. О, мне пластика вернул. О, микросхему еще. Блин, какая же рыбалка имбовая. Все-таки. Дай-ка я ему цвет поменяю. Чтобы знать, что тут микросхемы. Какой? Да, фиолетовый. Да? Да. Так, ну чё, погнали? Чё нам надо? Нам, получается, нужна булочка. Нужна вода. Нужна вода. Так, бутылки. У меня вроде были бутылки где-то, да? Я там крафтил. А, так у меня и вода соленая есть. Давайте мы просто сейчас обычную воду сделаем. И тут уже... О, отлично. Можно сюда тогда добавить, в принципе. Все, теперь можно булочку сделать. А, лунный клубень. Блин. Пойдем за лунным клубнем, я знаю, где он растет. Сейчас без проблем его возьмем. Просто далековато топать за ним. Привет, чайка. Топать за ним далековато, конечно. Надо будет тут тоже все поразбирать. Тут тоже какой-то ад происходит своего рода, да? Так, где-то здесь. Где-то здесь. Вот он. Вот он, лунный клубень. Как раз 2 штуки нам и надо. Я бы еще взял, потому что мне кажется, что какие-нибудь рецептики еще с ним будут связаны. А ты что тут делаешь?
Понял. Чё тут делаешь? А, он тут пройти не мог до железки, что ли? Ну там железные, видите, эти. Так, я тут тогда поразбираю. Он забагался. Забагался? Что с тобой? Все хорошо? Мне кажется, нет. Ладно, пойдем отсюда. Пусть себе стоит. Отдыхает. Что ж поделаешь? Что ж поделаешь? Кстати, надо сюда закинуть. А тут всякая херня начинает появляться. А, не дотягивается. Ладно уж. Так, ну, нам всего хватает. Сейчас мы с вами тут все приготовим. Так, булочка. Булочка есть, получается. Нам для рецепта нужна с вами булка. Нужна икра. И нужно мясо. Вот. Канапе. Блин, выглядит кошерно, кстати. Выглядит и правда кошерно. Так, и теперь это дело надо приготовить еще. Все, канапе готово. Судя по описанию, тает во рту. Чем бы благодарить тебя за это произведение искусства? Тебе нужен помощник, кто-то, кто будет делать черную работу, пока ты творишь. Это программное ядро позволит создать миньона повара, не отвлекаясь на пустяки. О, серьезно? Повары можно еще делать. Поваров? Поварят? Можно еще поварят делать с кайфом вообще. Так, давай мы тогда это сюда закинем. Так, это все желательно по возможности тоже позакидывать. Нету места, да? Да, хотя бы как-то так, я не знаю. Угу. Вот так вот. А, вообще места не хватает, конечно, ужасно. Ужасно мало места. Так, вот так. А, отлично. Так, можно еще какие-нибудь рецепты попытаться самому поделать. Не знаю, разрабы, может... Не хватает ингредиентов. Уголь добавить нельзя. Так. То есть что-то можно, да? Давай поэкспериментируем. А что здесь микросхема делает? Стоп. Это как так получилось? Так, какие травы здесь не подходят, да? Может, еще мясо? А, два нельзя добавить, да? Так, давай мы сюда тогда. У нас еще есть тут всякие вкусняшки. Надо вот это все забрать просто, да? Ну, теперь не дает. Блин, игра, конечно. Мое почтение. Так, давай по новой. Перчика, может? Нет. Миндаль? Нет. А это все я вроде уже тестил. Может, просто воду? Нет. Кофе? Нет. Так. А, погоди. Получается, он просто рецепты старые может еще показывать? Да не, неправда. А вот, ты можешь что-то из этого всего сделать. Ну-ка, у меня есть какой-нибудь рецепт, связанный с черникой и растениями? Черника и растения. А, вон, да, с этой энергетический батончик у меня появился. А что, мне можно кухню еще раз улучшить? А, так мне кажется, еще раз кухню можно улучшить. Давайте мы тогда, может, кухоньку еще улучшим. Ну, было бы неплохо. Получается, надо 20 угля. Давай поделаем 20 угольков. Дерева, конечно, много понадобится. Но тут валяется его. Да хватит лагать. В огромном количестве тут валяется. Так что нормально. Так, 20 угля нам надо. Заодно глянем, как кухонька будет выглядеть.
Ну, судя по тому, что написано, какой-то гриль появится, да, еще? Так, надо еще 3 угля. Это мы быстро сейчас оформим все. Так, 1, 2, 3. Готово. Также нужна масленка. Масленка есть. Все, у меня все есть. Осталось уголь взять. Отлично. Давайте улучшим. Бэмс. Да, вон гриль сверху появился просто. Окей, неплохо, неплохо пойдет. Я, в принципе, доволен. Так, сюда можно что-нибудь новенькое закинуть. Ну, кстати, вот как раз предлагаю... А, у нас уже тут есть эта штука, да? А, вот миндаль можно закинуть. Отлично. Вот так и оставим, наверное. А, вот так еще можно сделать. Все замечательно. Кухню, получается, мы максимально улучшили, насколько это возможно. Такс. Ну и, наверное, все. Я так полагаю, квестов у работяги не появилось новых. А, нет, смотри. Ты когда-нибудь пробовал черничный шейк? Вижу, слюнки побежали, но сперва придется приготовить. Мой учитель сам придумал этот рецепт. Изначально он планировал использовать сою, но перед съемками выяснилось, что соя кончилась. Знаешь, как поступил гений? Симпровизировал, взял миндальное молоко. Миндальное молоко и сладость черники. Я точно должен найти рецепт. Так, миндальное молоко. Блин, как мне миндальное молоко сделать вообще? Черничный милшейк. Так, миндаль у меня есть. С черникой. Вот, не хватает. Мне кажется, вода нужна. Или вот так вода. Да, вот, смотри, у меня сейчас надо шейк этот получится. Ой, миндальное молоко, точнее. Отлично. Тогда делаем с вами миндальное молоко. И вот ему, как я понял, мы добавляем просто чернику. А, фух. Все не сломал. Так, миндальное молоко я смог сделать. Черника. Так. Будь миндальное молоко, шеф, и не забудь про сладость напитка. Блин, да я уже сделал миндальное молоко. Миндальное молоко, сладость, сладость. Что нам еще даст? Может, обычного миндаля добавить? Нет. Черника тоже, смотри, не подходит. Он сразу выплевывает это дело. Сладость. Что нам дает сладость? Черничный джем? Может быть. Кстати, надо черничный джем сделать. Это 2 готовых продукта, типа. Да. Черничный милшейк. Кайф. Все получилось. Вот так вот оно все делается легко, оказывается. Уже на опыте. Знаешь, как оттенки миндаля играют на языке? Исторический момент, шеф. Я отдаю самое дорогое. Поварской колпак, и не спорь, ты заслужил. Эх, шеф, как ты похож в этом колпаке на моего учителя. Тебе бы набрать лишних 100 килограмм, родная мать не отличила бы. Так, мне выдали сет одежды. Все, друзья, кажись, это все рецепты, которые в данный момент... По крайней мере, я мог сделать. В принципе, неплохо. Давайте-ка мы на этом пока что серию закончим. Игрушка подлагивает, меня это бесит. Так что все, мы таким относительно ФК геймплеем позанимались, но все равно неплохо. Квестики повыполняли в большом количестве. В принципе, пойдет. В следующей серии, наверное, пойдем по квестам. Надо тут что-то делать, какой-то фестиваль готовить. Посмотрим, чудо, как оно там будет. Ну а с вами был Коксизлёк. Кто первый на канале, подписывайтесь, лайки, комменты. Обязательно прожимайте колокольчик, оставляйте свои комментарии. Всех читаю. Ну или стараюсь. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем.